Одной из самых спорных тем этой недели весьма неожиданно стала дискуссия о переселенцах. Таких людей в Украине больше миллиона. И это одна из самых незащищенных групп в нашем обществе. Вот свежие данные ООН. Уже 16% переселенцев вернулись на оккупированную территорию Донбасса. Просто потому, что им нечем платить за аренду жилья на новом месте, да и работу найти не удалось. Больше половины возвращенцев – люди старшего возраста.